Всем привет, мистер Лифтов на связи, и сегодня мы будем проходить четвертую тюрьму в игре The Escapist. Тюрьма джунгли. Добро пожаловать в джунгли. Общество считает тебя угрозой, и мы спрятали тебя подальше от любого намека на нее. Пока ты еще не начал думать над планом побега, я тебе скажу, что даже если каким-то образом тебе удастся пробраться за забор, стену мимо джипов по периметру и КПП караула, тебе не выжить в этой дикой природе. Надзиратель Джим Стирлинг. Так, давайте сразу посмотрим, что у нас в сундуке. О, ну нам повезло на самом деле. Мы сразу можем скрафтить себе замазку. Ну, еще что-то пластмассовое взять, и можно сделать еще это самое, пластмассу жидкую. Так, а что у нас в сундуке соседа? Манго. О, вилочка. Ее, кстати, можно использовать по назначению. Так, идем на перекличку скорее. Сейчас еще вспомнить, как проходить этот уровень. Я его проходил давно, но я не помню, как это делается. Так, в столовую надо идти. Она у нас на улице. Ну ладно. Так, вот. Что такое? Я сижу, ем, что не так? Ну тут иногда баги всякие случаются, короче говоря, в этой игре. Работа. Так, я не вижу так много всяких растений там. О, ну скотч нам точно понадобится, конечно. Походу нас уволят. Ну, еще два кустика, и я спасен. Окей.
Так, как сбежать? Здесь должна быть библиотека где-то находиться. Да, вот она, собственно говоря. И вот тут надо сломать стенку. А сейчас мы пройдем через рамку металлоискателя, и, по-моему, нам жопа будет сейчас. Ну, не полная жопа, конечно, но лучше так не делать. Так, а где моя камера? Вот моя. Так, окей. Теперь давайте пойдем в столовку и посмотрим, есть ли там нужные столовые приборы. Ну, нам нужны вилки. И их тут просто достаточно. Теперь нам надо найти сиреневый журнал у кого-то. А еще нам нужны чернила и перо, насколько я помню. Скотч у нас есть, нам нужен только сиреневый журнал. И он есть у нашего сокамерника, и это отлично. Делаем сиреневый плакат. Это нам пока не надо. У меня, походу, немножко подлагивает игра. Так, а вот это надо выкинуть куда-то, не знаю куда. Нам повезет, если в столовке кто-то подерется, и мы ему подкинем в его инвентарь вот эту хрень. Нам повезло. Так, ну еще стащим любой какой-то предмет. Ложку, например, пластмассовую. Ой, ну и поедим уже наконец-то. Идем в спортзал. Жалко, что я так быстро устал. Да я это уже понял, в принципе.
Так, надо теперь обыскивать камеры других заключенных. В этот раз нам в первую очередь нужна не лопата даже, а кое-какие более важные вещи. Такие как чернила, перо. Это я точно помню. Ну, лопата... Ну, конечно, лопата пригодится там в определенном случае. Ух ты! Отлично! Так, вещи разрешенные, все. Но лопата нам на самом деле тоже пригодится. Ну, очень тяжело обшмонать камеры. Так, а что у меня в сундуке? У меня все предметы разрешенные. Так что даже если мою камеру обшмонают, то ну, ничего страшного, в принципе, то. Ой, блин, как же это сделать? Так, это сортир. Наверное, когда будет перекличка, попробуем обшмонать. Даже во время переклички обшмонать не так легко. Походу, придется до завтра лечь спать. Продолжаем играть в The Escapist. Ну тут пофиг, даже если обшмонают, в принципе. О! Это нам понадобится, конечно. Это, наверное, тоже может пригодиться. Ух, ну слава богу, что не меня. О, файл.
Нифига себе, как быстро подозрения растут. Я просто немножко опоздал, и что? О, у него тут дерево есть. Давайте стащим еще кусочек. Ну, это тоже пригодится. Сейчас даже не знаю, как правильно еще одну лопату скрафтить или пытаться поднимать интеллект себе и делать и прокачивать уже существующую. Нужно немножко, во-первых, подождать, чтобы понизились подозрения на меня. А, перекличка. Я пока еще пошарю чужие камеры. Мне нужен скотч. Эй, что такое? Я ж тут и находился, что вам не нравится. Так, у него ничего нет, а у этого... О, у этого есть дубинка. Вот ее мы возьмем как оружие, кстати. Хорошая штука. Просто можем поваляться пока. Так как нужных инструментов у нас вообще нету, абсолютно. Нам нужно найти еще один постер, значит, еще три скотча. Ну и лопату, конечно. Хотя, конечно, вместо лопаты можно использовать и ложку, например. Кстати говоря, это идея. Если пока сложно скрафтить лопату, можно ложку использовать, допустим. Ой, то есть... Вилки, я хотел сказать. Ложки это если надо копать. А ломать стену надо вилками. Ну, можно и лопатой, в принципе, но если ее нет. Так, идем сюда.
Так, пока неплохо. Что тебе не нравится, я сижу ем. Какой-то баг здесь. А что он продает? Не, не совсем то, что нужно. Нам нужен был скотч бы. У него скотча нет, ладно. Так, у этого, ну, этого мы уже спрашивали. Нет, это не то. Ну, мы, конечно, можем сейчас нашу лопату взять. Но я не знаю, где скрафтить еще один плакат. О, кого-то опять вырубили, смотрю. О, вот это мы заберем, пожалуй. О, а у этого скотч был. Вот это уже очень хорошо. Мы прям на ходу вот сейчас крафтим плакат. Отлично. Конечно, не хотелось бы сейчас вот этой лопатой идти, потому что сейчас запищит металлоискатель, это будет не очень хорошо. А скоро перекличка. Сохранимся пока. Ну, можем пока подкачать уровень интеллекта. Это нам понадобится. Thank you.
хочет работать. С управлением не так. Ладно. Идем на перекличку. О, это хорошо. Если сейчас обновился инвентарь на кухне, мы возьмем вилки. И уже сегодня пробьем вторую стену. Можно будет лопату сэкономить на следующие разы. О, отлично. Вообще шикарно. Металлоискатель не сработает. О, еще кого-то вырубили. Ну ладно, это может пригодиться, чтобы наладить отношения с ментами. Так, и забираем плакат. И идем на работу. А, еще кого-то вырубили, но у него ничего интересного нет. Так. Что-то я не вижу кустиков, которые мне надо подстригать. А, вот. А вот тут мы можем сколько хочешь брать металла и дерева. Так. Окей. О, кого-то вырубили. Мы сейчас им подкинем стенку. А скотч заберем.
А, это плохая идея, потому что сейчас запищит металлоискатель. Ну, ладно, один хер уже, ладно. Запищал, так запищал. Одна вилка даже нам и не пригодилась. Можно на кухню вернуть, можно выбросить. Фух, слава богу, не мне. Ой, нам мы забыли, по-моему, скрафтить чучело, да? Да. Нам все-таки понадобится крепкая лопата. Нам надо вот отсюда прокопать туннель себе аж, получается, вот далеко вон туда. То есть это тут не такая простая тюрьма, как кажется. А зачем я сюда вообще залез? Прямо сейчас не совсем понимаю. А!
Я хотел взять немножко дерева. Нам понадобится много инструментов, поэтому перестраховываюсь. Тяжело обшмонать другие камеры. Так, сейчас сообразим, что нам надо скрафтить в первую очередь. Еще одну лопату вроде, да, если я не ошибаюсь. Мы можем ее сразу и апгрейдить, в принципе. Ну да, нам надо еще два скотча найти и еще два железа. Ну и прокачать интеллект. Хотя скотча понадобится даже больше, еще, наверное, 4. Окей. А это дерево лишнее. Отдадим его так рандомно. И все. Да и грабли это мне уже... А, не, грабли мне еще, наверное, пригодится.
Ладно. Так, а тут есть вот эти вот заросли, чтобы где-то вот тут, на этой территории, это делать? Не, походу нет, ладно. Еще кого-то вырубили. Но у него ничего полезного особо нет. Мне нужно много скотча. Ну, еще железо понадобится, в принципе. А вообще, на самом-то деле, железо мы же можем добыть. На самом деле, да, можем. Но надо сделать это аккуратно просто. Раз, два. Отлично. Аккуратно сейчас, чтобы он сюда не зашел, когда я выхожу и... Все, отлично. Железо мы добыли. Теперь нам надо найти только скотч. Окей. Еще кого-то вырубили, смотрю, но у него ничего нет. Так, а вот тут у нас будет металлоискатель сейчас. Ну ладно. Обшмонаем пока нашего соседа. Мы же это делали, но у него ничего ценного я не вижу. Ну, вот эта штукенция точно пригодится. А, фак. Так, окей. Это можем забрать, в принципе. Тут очень тяжело шмонать камеры. Очень тяжело это делать. Менты ходят постоянно. Так, сейчас будет ужин. И тут уже ментов будет намного меньше. И тут еще... Ой, у меня зависло управление. Как бы это плохо.
Кого-то опять прибили. О, у него есть скотч. Мы его и заберем. Да что вы хотите от меня? Я же на ужине. Что вы от меня вообще хотите? Чё на меня подозрения растут, ребята? В чем дело? Так, лучше немножко опоздать, но чтобы подозрения немножко упали. Наверное, перед тем, как крафтить супер лопату, лучше будет скрафтить, ну, плакат. Так, можем какие-то предметы перенести, которые нам понадобятся, в принципе, так говоря. Сколько у меня подозрений? 34. Но это плохо, конечно. Можем какую-то лопату туда перенести. Попробуем. Кого-то опять вырубили. Но у него ничего интересного нет. Так. Берем плакат, закрываем. Сюда мы спокойно можем сложить наши вещи. Здесь никто не роется. Дополнительно пока закроем это и давайте начнем. Я забыл, здесь нужно не стену ломать, здесь нужен подкоп. Так что, ладно. Можем лопату сюда сохранить пока что. Thank you.
слава богу, не меня. Так что можно ложиться спать. Ой-ой, надо быстро забрать из своего сундука запрещенные вещи. Все, остальное все нормальное. Окей. Теперь можно прятать обратно. Так, ну и пока все пошли хавать, я обыщу еще. Ну, попробую обыскать некоторые камеры. Не получается, потому что все равно полицейские шмонают туда и сюда. Ладно, пойду на завтрак. Тут очень сложно обыскивать чьи-то камеры. Да что вы от меня вообще хотите? Тут просто подозрения летят вверх стремительно. Опоздай на 10 минут в столовку и все. Грабли нам нужны и, ну, плакатик пока особо не нужен, конечно. Только срезал куст, он опять вырос. Классно. Тут то же самое. И тут. Походу, эти кусты просто спаунятся, как только пропадают из области видимости. Окей. Хотя вот эту бочку мы у него заберем, пожалуй. Ух, пронесло. Так, у него тоже ничего интересного нет. Ну ладно, душ пока примем.
Так, мы сейчас вернемся еще раз сюда, да? О, еще кого-то вырубили. О, скотч, аллилуйя. Мы сейчас вернемся вот сюда. Но тут сейчас менты уйдут отсюда, и мы закрываем здесь. Заходим сюда. Нам же надо прокопать, считайте, вот одну, две, три клетки, почти четыре. Нам еще нужны деревянные скобы, чтобы наш подкоп держался. Я не помню, как они крафтятся, по-моему, из двух досок. Да. Из двух досок. Ну и сделаем еще одну. Наверное, можно их сохранить. По-моему, сюда тоже можно их сохранять. Вроде бы. Сюда тоже никто не заходит из ментов. Насколько я помню, когда я последний раз проходил этот уровень. Так. Окей. О, какая компашка вырубили. Но у него ничего интересного нет. Ладно, пофиг. Да что вы хотите, я ж сижу ем, что там надо? Тут надо вам. Тут еще баг какой-то, в принципе, ладно. Все, время на упражнение. Да не, потренироваться хочу. Все. А, стоп. О, отлично. Сейчас, может, еще одна единица энергии восстановится. Ну ладно.
Сейчас будет вечерняя перекличка. Думаю, что мы даже уже и сегодня можем потихоньку приступать к нашему плану побега, так сказать. Так, если мою камеру будет шмонать, здесь загорится такой индикатор. Но он не загорелся и... фак, я не успел. Ладно. Наверное, уже до завтра тогда. Да и у нас еще не все инструменты готовы. Так, а что-то купить у других мы можем. Молоток, перо. О! Полицейская форма. Пожалуй, купим. Это хорошо. Не знаю, может еще и кусочек скотча тоже пригодится. Железо, если надо, я возьму его, я его раздобуду. Так что я пока просто сохраню себе вещи. Так, а у него что-то есть? Ну, не особо интересно, я бы сказал бы. Ладно, пойдемте на завтрак. Наверное, возьмем это с собой. Правда, конечно, сейчас подозрения вырастут. Ну ладно. Да что такое?
Так, супер лопата готова. Сейчас зайдем сюда, вот. Делаем вторую супер лопату. Можем ее сохранить сюда пока. Я металл еще хотел взять, но это пока не обязательно, конечно. Ну, давайте возьмем одну штуку, да? На А. Ну ладно, чуть не получается. Так. На перекличку. Быстрее, быстрее. Да вы что, обнаглели? Я опоздал совсем чуть-чуть. Чего вы так агритесь сразу? Форму, конечно, надо было тоже туда занести. Но пока не спадут подозрения, я этого делать не буду. Ну и, наверное, сегодня можно будет попробовать сбежать. Ну и надо оставить в сундуке только разрешенные вещи. То есть, независимо от того, будут мою камеру шмонать или нет. Вот показаться на перекличке и пойти осуществлять план побега. Ну, ладно, попробуем сегодня это сделать. В принципе, у нас уже многое готово для этого. Если не удастся за один этап, ну, сбежать сразу, возможно, будет еще продолжение. Ну, это не такой простой уровень. Но сегодня вечером мы уже будем осуществлять наш побег. Ну, а пока я поставлю, в принципе, на паузу до вечера. Так, уже остаются считанные секунды до переклички. И мы всего сейчас уже начинаем осуществлять наш план побега. Так, кладем сразу на кровать вот это вот... Сейчас, чучело. Сохраняемся. Сохранились, и теперь быстро бежим в библиотеку. У нас в сундуке нет запрещенных предметов, поэтому независимо от того, обшмонают нашу камеру, не обшмонают, ничего плохого не произойдет. Так, окей. Мы заходим сюда. Вот эти инструменты мы пока сохраняем тут. Нам надо одеть форму полицейского и взять лопату. Так, и будем делать дерзкий подкоп. Только закроем стенку. Пока все идет отлично, вроде бы. Так, теперь нам надо положить в обычную форму заключенного и взять одну из скоб. Идем сюда. И ставим сюда скобу. Теперь копаем дальше. У нас закончилось свободное место в инвентаре. И что нам делать? Выбросить землю. И копать дальше. Где-то вот так достаточно. Теперь. Сколько мы прокопали клеток? Вот это, считай, один.
2, 3, 4, 5. А мы сколько прокопали? 1. Ну, 2, 3, 4, 5, даже 6. Ну, теоретически, скажем так, может и получится сбежать сегодня, но я не рискну. Потому что я все-таки хочу сохраниться. Что нам сейчас нужно сделать? Мы берем вот эту землю и пока что закапываем наш подкоп. Сверху немножко, B нажимаем, все. Мы как бы скрыли следы, что мы тут что-то копали. Теперь берем нашу форму зэка обычную. Черт. Ну ладно, тут... Сейчас, секунду. Тут землю мы пока выбрасываем. Хотя земля это такой артефакт, за который сразу в одиночку возьмут. Но тут никто не ищет, в принципе. Ну давайте лучше возьмем с собой, не знаю, кусок дерева. И то безопаснее, наверное, будет взять, чем эту землю. Ну то есть, сейчас. Землю с собой возьмем, да? А сюда выбросим на ее место. А нечего больше выбросить сюда. Нет, ладно, придется оставить кусок земли здесь. Надеюсь, ничего не будет. И теперь просто вот так вот спокойно мы сейчас выйдем и... А, блин, камера же заблокирована. А камера-то у нас, ребята, заблокирована. Мы не сможем вот так просто спокойно выйти и зайти обратно к себе в камеру. Нам придется дождаться утра. Показаться как бы на перекличке быстро и забрать с собой чучело с кровати, чтобы не вызывать подозрений. Ну или попробовать сбежать сейчас. Ну, я боюсь зафейлиться. Лопаты должно как бы хватить. А ладно, ребят, была не была. Давайте попробуем сбежать сейчас. Хотя мы уже не успеем, уже скоро будет утро, да? Или попробовать все-таки в конце концов. Ну ладно. А, я сильно устал. Нет. Короче говоря, это фейл, ребят. Просто. Просто сплошной большой фейл. Лопату мы уже частично испортили. Все, короче говоря, это полная фиаско. Придется делать новую лопату. Этой, конечно, может и хватит на еще несколько копков, но лучше сделать новую, перестраховаться. Вот еще сюда землю можем кинуть.
Надо было взять с собой еще какие-то вкусняшки, шоколадки или вот что-то такое. Чтобы немножко пополнять энергию. Дерево. Ну, да, дерево мне не надо, мне нужен файл. Так, кого сегодня шмонают? Слава богу, не меня. Давайте быстро пока проверим камеру моего соседа, пока есть возможность. Нет. О, сейчас можно. Но файла у него, конечно, нет, чтобы скрафтить еще одну лопату. А это, скорее всего, сколько там надо? Она 5% на одно копание. Надо 4 копания, это значит уже будет 60%, если она сейчас 80%. Потом еще стену надо сломать. Ну, знаете, по идее, конечно, должно хватить ее, в принципе. А вот еще кого-то вырубили, ну нет. А, мы можем просто взять за несколько вилок в столовой, на всякий случай. Вот, 2 вилки на всякий случай подстраховочно возьмем с собой, если не хватит лопаты. И, в принципе, уже сегодня точно попробуем план побега. Потому что уже, ну, в принципе, все готово для этого. Это уже вполне можно осуществлять. Да-да, продолжить. Так, ну я пока ставлю, конечно, паузу. Так, попытка номер 2, ребята. Так. А вилку нельзя взять в руки как оружие. Ничего, не могу это выкинуть. А ну-ка проверим. Можно. И таким образом сэкономить инвентарь. Вот же черт! Походу, я допустил серьезную ошибку. Хотя, вот, самое сложное сейчас будет пробраться вот сюда. Здесь камера. И она крутится все время. Если она засечет, что мы ломаем стену, ну, повернется в нашу сторону, нас сразу отправят в одиночку. Это вот самый тяжелый момент, вот такой самый жопораздирающий. Ну или очень долго придется искать красный ключ. Пока стена не разрушена полностью, она не сработает. Но когда стена будет разрушена на 20%, надо выбрать такой момент, чтобы, ну так сказать, чтобы она не смотрела в вашу сторону, быстро сломать стену и потом быстро на ее место поставить, ну там, как повезет, или плакат, или тот же... кусок стены разбитой. Одно из двух. Иначе гейм овер. Вот как раз этот самый жопораздирающий момент настал. И одна ошибка испортит все абсолютно, все старания. Всего одна ошибка и все. И это конец, в принципе-то. Так. Фух. Пронесло. Опа! А сейчас будет изоляция. Теперь быстро создаем поддельные документы с помощью вот этих документов чернил и пера.
Все, ребят, нам жопа, походу. Фак. Меня прибили. Все, придется загружаться. Да, немножко пошло не по плану это все дело. Придется загрузиться сейчас. Я сейчас поступлю немножко по-другому. Получается, одной лопаты без вилок нам хватит. С головой. Так, чучело у нас в кровати лежит. Все остальные вещи у нас находятся уже на базе. Так что биту мы должны оставить обязательно. Вообще все шло довольно хорошо. Но все-таки что-то пошло не по плану, к сожалению. И, как видите, у нас произошел небольшой фейл. Попытка номер два. У нас теперь в руках бита, и нас уже вырубить будет непросто. Так, а более безопасного варианта сюда проникнуть нет, но если, допустим, копать отсюда. Мне кажется, что все-таки отсюда будет более безопаснее, так сказать. Так, теперь очень аккуратно, надо немножко подождать. Так. Фух. А если мы немножко отойдем? Камера на нас подозрения не повышает? Ага, как только мы копаемся в столе, они растут. Ну все. Так, теперь наших сил хватит вырубить этого мента. Стоп, что? Он на нас не напал? Он просто заходит, уходит. Теперь нам надо выбраться отсюда. Класс, он нас не трогает. Так. Теперь идем вниз. Это я точно помню. Идем вот так вниз, вниз, вниз. И там будет стоять КПП. Бумаги, пожалуйста. Держи. До скорого. Победа! Вот и все.